Сегодня в Бресте активно ведутся работы на улице Пионерской. Начиная от перекрестка с улицы Янки-Купала до так называемого Березовского моста, работники проводят демонтаж старого асфальта и подземных коммуникаций, которые в ходе ремонта будут заменены. После этого дорожники приступят к одному из основных этапов реконструкции – расширению проезжей части. Будет основных по две полосы туда-обратно движение, плюс на перекрестках будет присоединяться третья полоса для правоповоротного и на левый поворот. Пару новых светофорных объектов будет построено. Понятно, прилегающие тротуары, велодорожки на Пионерской улице. Будем ставить там освещение. Ну, уже понятно, что будем применять светодиодные лампы, разметку пластик холодный. То есть уже будем делать, ну, такую хорошую, красивую европейскую улицу. В данный проект еще включено дополнительно работы до улицы Московской, будет автоматизировано светофорное оборудование, так называемые детекторы транспорта будут встроены на перекрестках и будет некоторая автоматизация, это будет такой первый проект в городе Бресте. Будут уже полностью завязаны все светофоры от улицы Московской и до улицы Пушкинской. Автоматически будет мериться интенсивность движения, регулироваться. Невооруженным глазом этого видно не будет. Все датчики планируют встроить в асфальтное покрытие. Цель ноу-хау – корректировка движения транспорта, а также недопущение пробок, которые всегда были ахиллесовой пятой на Пионерской. Вместе с тем проектировщики учли пожелания не только автолюбителей, но и брещан, проживающих на этой оживленной улице. Многие жители, мы тогда работали, вызывали опасения, что вот дорога расширяется, большой грузопоток, загазованность, нам шум. Это было проработано с органами санстанции, мы замеряли шум, и принято было решение, что запретить движение крупногабаритных, то есть это больше 10 тонн, фуры все эти уже по этой улице не пойдут. Всего на вторую очередь реконструкции улицы Пионерской выделено порядка 46 миллиардов рублей. Это средства транспортного сбора за допуск водителей к участию в дорожном движении. Это улица, ну, одна из нескольких, которая является продолжением транзитного участка республиканских автомобильных дорог. То есть это выход, получается, связывает Ковельское направление и Каменецкое. Транзитная улица, поэтому под нее эти деньги. Сегодня перед всеми службами, ответственными за реконструкцию улицы Пионерской, стоит задача закончить ремонт до 1 сентября. Поэтому работать дорожники и коммунальщики планируют все лето.